3 октября в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено 4 лота. 2 участка предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Первый находится в Романовичах. Начальная стоимость чуть более 5 500 рублей. Второй участок расположен в Красном маяке. Стартовая цена почти 6200 рублей. Участок на Хатаевича предназначен для строительства и обслуживания бесконтактной мойки самообслуживания. Начальная стоимость примерно 15 тысяч рублей. И последний размещается на улице Чечерской. Здесь нужно построить и обслуживать административное здание, например, парикмахерскую или мастерскую по бытовому обслуживанию населения. Стартовая цена около 6400 рублей. В этот же день состоится аукцион по продаже даже в частную собственность земельного участка, который находится на улице Добрушской, 75. Он предназначен для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная стоимость почти 32 тысячи рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодес-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодес-центре по номеру 419786.